Лечить детей с помощью самых современных аппаратов теперь будут в Тулуне. Там открыли новую поликлинику, которая будет обслуживать более 2000 юных пациентов. Подробнее о медучреждении 21 века расскажет Даниил Ситов. Мобильные аппараты УЗИ, мощные компьютеры, томограф и еще десяток самых современных приборов теперь есть в новой детской поликлинике Тулуна. Здесь вообще все сделано так, чтобы врачам и пациентам было удобно, в том числе и детям с ограниченными возможностями. Тут всюду пандусы, низкие пороги, есть и специально оборудованные туалеты. Здесь даже есть игровые комнаты. Таких поликлиник в городе еще не было. Все ранее существующие детские поликлиники у нас были в приспособленных зданиях. То есть там не было ни кабинета здорового ребенка, ни кабинета кормления, ни игровых, ни кабинета психолога. Теперь это единственное здание, которое соответствует всем нормам и правилам. Стоит отметить, что детская поликлиника спроектирована и построена с учетом эпидемиологической обстановки в Иркутской области. Медучреждение имеет так называемый фильтр-блок. Это дополнительная входная группа, через которую в здание проходят пациенты с коронавирусом или с подозрением на инфекцию. К новой детской поликлинике прикреплено 2000 детей из Тулуна и из соседних поселков. Раньше на прием к врачу семьям приходилось ездить на другой конец города. Медучреждение рассчитано на 50 посещений в смену. Больницу всего за 8 месяцев построил фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Совместно с больницей и с администрацией города и Министерством здравоохранения Иркутской области мы поняли, что потребность в детской поликлинике невероятно велика. Конечно, подарить городу современное здание для фонда «Вольное дело» было очень большой честью и большой задачей. На такие объекты, конечно, должны быть хорошие, квалифицированные кадры. Как вариант, мы сегодня просматриваем в том числе телемедицину. Сейчас будем закреплять вот эту поликлинику, диагностику, может быть, даже с диагностическим центром, который будет находиться в Иркутске. Для дистанционного сотрудничества тулунских и иркутских врачей уже есть вся необходимая техника. Без преувеличения, сейчас эта детская поликлиника – один из самых современных медицинских объектов в Прибайкалье. И уже 6 сентября здесь начнут принимать пациентов. Даниил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.